жалко поэт последнюю сцену, когда они идут, возвращается он утром в тюрьму и несет этот свой баян. И она его уже толкает и говорит: ты молодец, ты молодец. Благодаря вашим пожеланиям, когда вы мне пишете, какая я молодец, что там, держись, ты сильная. Вот я себе каждый раз говорю: ты молодец, ты выдержишь. Боже мой, вот эти все дни. Сегодня уже так чуть-чуть полегче стало, но я себе говорю: ты молодец, иди дальше. Ты молодец, ты просто молодец. Мои дорогие. Вообще, что мне можно, а что не можно. Я сегодня пришла на первое занятие. Еще раз поблагодарить за ваши замечательные, душевные, чудесные отзывы.